Я почему спросил про тексты, потому что я читал, правда это или нет, mm-hmm. что какие-то вещи из нового альбома записаны стихи Верочки Полосковой и Димы Быкова. Да, конечно. Да. А, ну, кто принимал такое решение? Оно... Какое решение-то? Ну, вот взять в качестве текста там... Ну, это не очень понятно, как ты формулируешь. Какое-то решение кто-то должен принимать? Нет, ну... Какое-то в качестве текста? Нет, ну что, сперва возник текст, и на него была написана музыка? Ну, я вообще пишу музыку с разными людьми. Я и сам пишу тексты, и пишу на какие-то стихи, которые мне близки. Вот что-то на Бродского у меня есть, что-то... Ну, кто принимал решение? Ну, кто, не знаю, кто принимает решение. Ага. Ты знаешь, что вообще... То есть это бестактный вопрос, решение принимает нами. Странно, да. Странно. Да. Ну, странно. Если тот, кто пишет музыку, тот и принимает решение. Угу. Но если ты хочешь написать музыку, то кто за тебя? Мама принимает? Малый, может, Олег скажет, я не буду петь... Вполне может быть. Да, вот, допустим. Такое вполне было. Я почему вполне говорю, эту песню лучше споет Валера. Да, и так и было, кстати. Вот с Верой Полосковой так и получилось, когда я им показал. Олег говорит, мне кажется, Валера лучше споет. И действительно, Валера очень хорошо спел. Валера гордится. У нас получилось так, что в группе поют 4 человека. Сольно. Огласите весь список, пожалуйста, поющих. Ну вот давай тогда сам, Олеж. Ну, Валерий гордится. Клавишные и гитары. Клавишные и гитары, и сольный вокал. Александр Грицинин, бас, гитара и вокал. Сольно поет. И Алана Сламазов, это саксофон, клавиши. И вокал. Да, вокал, огромное количество, в общем, всяких музыкальных инструментов. Вот, собственно, вся группа. А кто является фронтменом группы? Есть такое понятие? Да нет, фронтмен такого. Это не обязательно вокалист. Я понимаю, что ты все делаешь это по штампу. Фронтмен. Ну, тогда скажи, кто у Битлз фронтмен? А, у них не было. Ну, наконец-то ты понял. У них не было, потому что там не было диктатора, там не было Намина. Нет, был. Брайан Эпштейн. Ну, Брайан Эпштейн, он не был на сцене, так скажем. Ну, не, потом... я не на сцене, я редко очень прихожу на сцену, когда меня пускают только. Ну, да. Конечно. Они вполне могут меня не выпустить. Вот только Степан этому мог поверить. Толик же его зовут. Умный парень. Степа, умный парень. Его же Толик зовут. А он забыл. Забыл. Если вы посмотрите на сцену, у нас на авансцене стоит 5 человек. Мы его переименуем легко. У нас на авансцене стоит 5 человек. Просто барабанщик не помещается. Так было бы 6. У нас 3 помещается барабанщик. У нас в концерте в этом играло 3 барабанщика. Неполиткорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».